Автопробег в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, прошел в Спасском районе. К акции присоединились более 70 человек на 30 автомобилях. Они проехали по дорогам Спасского района через села Спасская, Возьянка, Татарская, Маклакова. На митинге у Вечного огня организовали импровизированный телемост с нижегородскими военными, которые сейчас находятся на Донбассе. Жители Спасского передали свои пожелания победы. Сегодня были родители тех военнослужащих, которые там служат. Да, мы их знаем, но не показывали публично, но была гордость за то, что родители тоже своей поддержкой посылают некую помощь своим детям. Это дорого стоит, когда матери переживают, и матери заодно и гордятся подвигом своих детей. Мы за нашу Россию сильную! За Путина! Только вместе мы можем победить. Я поддерживаю нашу армию, наших солдат, чтобы они вернулись здоровы, живы.